Привет, друзья! И сегодня мы сделали супер крутую юбку. А вы знаете, из чего? Из такого материала для юбок. Да. И такой же коньколон. Самое вот интересное, что, значит, для того, чтобы гармонично смотрелся лук, гармонично смотрелся образ, мы сегодня сделали коньколон из чего? Из ткани для юбки. Получился коньколон милитари. Давай его поближе покажем, как он выглядит. Привет. Поверни косичку. Вот так. С другой стороной. Вот коньколон. Сейчас мы покажем весь. Вот. Вот такой коньколон. Такой прикольный и зелененький. Зелененький, прям как юбочка. Да. Вот такие дела, друзья, у нас. Ну а пока. Пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Маргарита Вау. Пока.